начала XVI века, перебираясь в Россию, греки считали своей честью защищать вновь приобретенную родину. На протяжении столетий в различных военных конфликтах и войнах России они показали себя умелыми и храбрыми воинами. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на перенесенные репрессии 30-х годов прошлого века, греки массово добровольцами уходили на фронт, зачастую подменяя паспорта или начинали боевой путь в штрафных батальонах. Страшная была война. Враг был силен, опытен и безжалостен. И пришел на нашу землю не покорять, истреблять. И поднялась огромная страна от мала до велика, невзирая на возраст, пол, национальность. И была победа. Мы расскажем о греках, ветеранах той войны. Как и другие советские люди, они за эту победу платили кровью, жизнями.